Passat CC. Багажником можно практически убить. Как практически на всех вагах есть специальная вот такая вот штучка, чтобы удобно было лазить под полом багажника. Когда пытаемся открыть дверь, стекла делают вот так. Они здесь безрамочные. Задние места рассчитаны на двоих. Посередине будет мешать вот такой складной бокс с подстаканниками и отделениями для мелочей. Есть огромный подлокотник. В бардачке, потянув вот за этот хлястик, можно получить в руки инструкцию по эксплуатации. Еще подстаканники и очень вместительный подлокотник. Деревянная накладка тянется через всю панель. Приборы в колодцах, стильно и читаемо. А заводится он вот так. Ну и, конечно, Passat CC имеет очень красивую купеобразную форму.